Good morning, everyone. Thank you for coming. My first time in Russia. I hope it's not the last one. Доброе утро. Спасибо за то, что пригласили. Это мой первый визит в Россию. Надеюсь, не последний. So I'm the guy between you and the lunch. So I will try to be quick. Он является нашим гидом на обед. Между вами и обедом стоит этот человек, так что постарается быть побыстрее. So before lunch we talk about nutrition. Перед обедом мы поговорим о кормлении, о еде. But I'm also hungry, so I want to finish early. Да, потому что все голодные. So let's talk about how we can manage the nutrition for keeping the birds until these 100 weeks that now it's in the guideline. Давайте поговорим на то, что нам делать с кормлением, с тем, чтобы содержать птицу до 100 недель. And the first thing that we have to realize is that how we think about the birds produce. То есть, прежде всего, нам надо поменять свой менталитет. То, что нам птица дает. And the first thing we have to realize is that the birds don't produce eggs. They produce kilograms of eggs. Курица производит не количество яйца, а килограммы яйцемассы. So what is important to understand is all the birds have a genetic potential, and that is an egg mass that we are going to control through lighting program and nutrition, and we are going to get that one in our farm. То есть генетический потенциал курицы состоит в том, сколько яйцемассы тот или другой цыпленок потом курица может произнести. И потом мы эту яйцемассу, используя определенные световые программы, используя определенное кормление, конвертируем уже в количество яйца. So if we want to have a lot of eggs, 600 eggs, we are going to lose egg size. It's just an example. Stupid example, but an example. То есть идея такая, что если бы нам захотелось получить, скажем, 600 яиц, нам надо снизить его яйца, то есть вес каждого яйца. But also, when we want to have eggs of 80 grams, we are going to lose number of eggs. Или если мы хотим иметь яйцо 80 грамм, тогда мы получим меньше такого яйца. What we have to realize is at the end of the flock, how much of the egg mass I'm getting with the nutrition and the lighting program, and if it's close or above of the standards of the bird. И на что нам надо смотреть, когда в конце продуктивного периода мы получили, благодаря световой программе, благодаря кормлению, определенное количество яйцемассы. И оно выше генетического потенциала, ниже или соответствует тому, что было заложено. So the first thing that you have to realize or you have to think before you decide your nutrition is what kind of production you are looking for. Number of eggs or size of eggs. То есть прежде чем решать вопросы кормления, надо подумать, что нам надо. Мы будем гнаться за количеством яйца или за размером яйца. So then you can customize the lighting program and also what we are going to talk about now. И в связи с этим мы уже будем подстраивать свою световую программу и кормление. So, nutrition, as I understand, is not only what the nutritionist does in the computer with all the numbers. It's a little bit more complex. То есть кормление – это не только то, что в компьютере мы забиваем цифры и составляем определенные рационы. Это немножко более сложный вопрос. I understand as a five steps, where the first thing is we need to understand the needs of the bird. Презентация построена, вот мы разберем пять шагов кормления и начинаем с первого основного шага основа – это потребность птицы. As we see, if we want more number of eggs, I'm going to have different needs than if I have a big size of eggs. То есть у нас разные цели. Если нам надо количество яйца или нам надо размер яйца, это несколько разные цели. Then I will package those needs in a feeding tank. И потом мы эти потребности конвертируем в потребление корма. I have to provide that feed with my raw materials. Потом корм должен содержать определенное количество, состоит из сырья, то есть какое сырье нам надо. I need to make a diet, a formulation that it has to be least cost,
but also useful and good for the birds. И также приготовление, то есть замешивание, то есть чтобы он стоил и недорого, но в то же время был полезный и для здоровья, и для продуктивности. And then I have to give the feed to the birds, so they will like it to eat. И потом должна быть такая структура, чтобы птица ее съела. I always said that when go at night at home, and we have broccoli and pizza, and we are with my son, I eat the broccoli. You. I eat the broccoli. And my son eats the pizza. То есть, говорите, если вечером приходим домой, и есть брокколи, и есть пицца, он будет есть брокколи. So, what I mean is that we have to show, we have to present the feed in the way that the bird is going to like and not going to select and only eat the candy, what she likes. То есть нам надо представить корм в таком виде, чтобы птица его потребляла, а не выбирала, чтобы он весь был хорошим и интересовал птицу. So, let's start with the needs. Теперь еще о потребностях. And David has said it's very important that we have a good pullet. То есть Давид уже сказал, что очень важно получить хорошую молотку. So you can see here the first, this is the weeks. The first 6 weeks we are going to have a big development of protein, muscle, but also bones. То есть вот эта диаграмма, она будет очень часто повторяться, и сегодня и завтра это наше такое основное. Это здесь представлена скорость набора живой массы цыплятами. Это не то, что вот сначала растет, а потом снижается. Это просто скорость разная. Сначала скорость роста большая, потом она медленнее, но она все равно растет. Если вы видите на данной диаграмме, первые 6 недель высокая скорость роста живой массы цыпленка. И в это время растет у нас что? Синее – это белок, и зеленое – это костяк. То есть в это время у нас растет в основном синим цветом. Да. Да, прирост живого веса каждую неделю. So I guess they explain a lot. I would say is that whenever you lose or you don't achieve the target body weight the first 6 weeks, you are going to have problems of eggshell quality and you are going to kill the birds earlier in production. То есть, если вам не удалось достичь нужного набора веса в первые 6 недель, значит, ожидайте проблемы с качеством скорлупы, ожидайте то, что вам придется раньше забить это стадо. И будет и падеж, и раньше придется убрать это стадо. All those flocks that at 50-55 weeks you start having eggshell quality, go back to this period of time and see if they were in the body weight the first 5 weeks. То есть, если у вас есть стадо, которое 50-55 недель из отличное качество скорлупы, посмотрите, отлистайте взад, то есть какая была молотка, то есть как она набирала вес. So, invest here in feed, and as Norbert was saying, feeder space. Feeder? Feeder space. What is feeder space? Feeder space. Space, okay. То есть, чем лучше здесь, чем больше места надо, чтобы было у куриц, у цыпленка для потребления корма. Then we are going to have another part of the time that we are going to have a very important development of the pullet. И so, также другое время в жизни курочки, цыпленка тоже очень важны. So this is a very clear message you have to bring home, is that the pullet or the rearing, it goes up to 22 weeks. It's not only 14-16 weeks. Очень важное замечание, мысль, с которой вы должны вернуться, что курочка растет до 22 недель, не до 16, а она вот растет и до 22 недель. You see here how important is the growth. Look at here also how important is the growth. То есть видите пик один вот между 0 и 12 недель, и видите второй пик между 18 и 22 недели, это второй пик роста, опять мы видим рост. So you see here in green, you also have a big bone development that is almost as important as the beginning. И видите, зеленая там тоже полоса идет, тоже развитие костяка, не только в начале, но и потом идет развитие костяка. This bone development is going to be
responsible of 20, let's say 30-40% of the calcium in the shell. То есть вот это развитие костяка, это в это время растет так называемая медулярная кость, которая отвечает за 30-40% кальция в скорлупе. So, first, good development here of the carcass, but also we need to have a good development here between week 17 and week 21 to have also good reserves of calcium for the end of the production. То есть сначала у нас растет сам скелет, костяк, а потом между 17 и 21 неделей растет та кость, которая потом является источником кальция для скорлупы. But the problem that we have, and this is the growth of the birds per week, this is the growth, every week they are growing, we have that the feed intake is always not as, we don't get that feed intake as soon as we want when they start in the production. И одна из проблем, с которой мы встречаемся, это о том, что потребление корма, к сожалению, не всегда такое, как бы нам хотелось в процессе, вот, особенно производства яйца. We have here between week 16 and week 22, there's always going to be that the feed intake, it doesn't grow as fast as we want. То есть особенно между 16 и 22 неделей потребление корма растет не так быстро, как бы нам хотелось, как надо для птицы. And that's a challenge for the bird. И это, конечно, проблема для курицы. To help in that feed intake development, we have to develop the feed intake capacity. То есть для того, чтобы смягчить этот период, чтобы как-то его, ну, минимализовать его вредное влияние, нам надо развивать вот это потребление корма, приучать птицу потреблять больше корма. What we have to do is we are going to work between week 10 and week 17. Но это мы делаем между неделей 10 и 17. With a developer feed, and developer means developer of the feed intake capacity. То есть есть рацион, он так и называется, developer, то есть рацион развития. Это развитие умения кушать, то есть потребление корма. We want to increase the crop size, the giza size, so every time that the bird eats, she can have a bigger meal. То есть нам надо увеличить размер зоба, размер мышечного желудка, для того, что чем больше живот, знаете, тем больше в него войдет. Сами знаете, кто может пить пиво, а кто нет. Just an example. If we finish at 16 weeks with a feed intake of 70 grams, in the production we want to achieve as soon as possible the 100 grams feed intake. So 16 weeks, 70 grams. So 16 weeks, we finish with 70 grams. То есть, например, если в 16 недель цыпленок потребляет 70 грамм корма, так нам надо, чтобы он потом потреблял 110. But if we finish at 16 with 80 grams, но если мы закончим 16 недель на 80 граммах потребления, the gap, the difference mm-hmm. to achieve 100 is smaller. Но если, да, действительно, еще раз, значит так, если мы закончили в 70, в 16 недель 70 грамм, а нам надо потом будет 110, или мы закончили в 16 недель 80 грамм, то разница до достижения 110 будет меньше. So that bird is going to grow better, is going to start in production better, and is going to be in the farm longer time because we reduce that stress also she can achieve the 100 grams feed intake as soon as possible. Тот цыпленок, который остановился в 16 недель на более высоком потреблении корма, дальше будет лучше кушать, будет больше расти и проживет дольше. So, second message of today. We have to try to reduce the gap of feed intake between rearing and the 100 grams as short as possible. Следующий такой закон или вывод, который хотелось бы до вас донести, то, что надо максимально сократить разницу между тем кормом, который цыпленок потребляет в 16 недель, и максимальным потреблением корма, который курочка потребляет. Чем меньше эта разница будет, тем лучше для птицы. So, now we go to the production. Итак, пойдем на производство яйца. And once upon a time, there were two flocks.
the blue flock and the brown flock. Однажды было у нас два стада. Синее стадо и коричневое или красное, как вам видно. And as you can see, both of them, they were producing more or less the same. At the end, the blue one was producing a little bit more eggs, but the orange was producing a little bit more egg size. То есть видим, что примерно они одинаково производили яйцо, но видим в конце продуктивного периода голубое стадо давало немножко больше яйца, но у красного стада было яйцо чуть больше весом. But we have learned in the second slide of today is that the hens don't lay eggs, they lay egg mass. Но, как мы уже сегодня говорили, курица несет не яйцо, а яйцемассу. So you can see is that the orange one is giving you more egg mass than the blue one. То есть видим, что здесь вот эта красная, она дала больше яйцемассы, чем синяя. So the question is, what kind of nutrition should we make when you have these kind of flocks in the farm? То есть вопрос, какое нам кормление надо вот для этих стад на ферме? So let's see. Давайте посмотрим. The first thing that we have to realize is that the most expensive part of your feed is the energy. То есть прежде всего надо помнить, что самым дорогим компонентом комбикорма является энергия. The bird uses the energy for three things. Курица использует энергию для трех целей. The first one is going to be for maintenance, for moving, for living, for behaving. Прежде это на свое тело, на свою жизнь. He's going to use also a little bit for growth, especially at the beginning of production, as we have seen. И также немножко в начале продуктивного периода еще использует для роста. То есть когда продуктивность уже пошла, еще курица растет. And the third one is for the production of the egg mass. И третье направление это для яйцемассы. But what you can see here in this slide is that the main impact of the daily needs of the bird of the energy is going to be the body weight. То есть, но если мы видим вот на двух этих графиках, что основная энергия расходуется на тело для поддержания жизни и работы организма. So both of us, we have higher needs of maintenance than someone that is thinner than us, because we are bigger guys. We need more energy for keeping our bodies. Same for the layers. As the one the bigger needs more. You and me, we yeah. need more yeah. than someone thinner, because we are. То есть, и это так как у людей. Тот, кто крупнее, ему надо больше кушать. Тот, кто худее, надо меньше кушать. То же самое у птицы. Большая птица ест больше. So, a brown bird tends to have more energy needs than a white bird, because they are bigger. То есть мы видим, на тело коричневой птицы надо больше энергии, чем белой, потому что коричневая птица, она крупнее. So, when you have a flock in production, it's important to understand what is the body weight, because that's going to give us, and also the nutritionist, a very important information about the energy needs of that bird. То есть, когда у нас есть стадо в продуктивный период, нам надо знать его живой вес, массу, вес этого стада, для того, чтобы дальше специалисты могли готовить соответствующие рационы. То есть, надо знать, сколько надо ему энергии для этому стаду, для тела. And this is also can happen. Just think about a pullet for summer, of a pullet that was rearing in summer and a pullet that it was rearing in winter. The pullets of winter, they are a little bit heavier. И то же самое, если цыпленок в период выращивания попал на лето, или цыпленок, который вырос зимой, рос. Зимний цыпленок будет чуть тяжелее. So it's very typical is to have one flock of summer, one flock of winter. And you give the same feed. And the flock of winter tends to eat always a little bit more. И если у вас будет одно стадо, которое выросло летом, второе выросло зимой, рост попал на лето или на зиму, так то стадо, которое выросло зимой, оно всегда будет кушать немножко больше. And then they called David and said, you have changed the genetic. What genetic? Then they called the geneticist and said, you have changed the genetic. I have the same feed,
the same birds and they are eating more. И случается так, что заказчик звонит и говорит: «Эй, Давид, что ты поменял в генетике? Почему это стадо жрет больше, чем то? Что вы сделали?» The first question that you have to make yourself is: what is the body weight of one flock and the other one? И задайте вопрос: какая живая масса одного стада и какая живая масса другого стада? And the other factor that is going to be important for the energy needs and the energy intake is going to be the temperature. И другой фактор, который влияет на потребность в энергии, это температура. Probably here in Russia you are not going to be here too much. То есть, возможно, в России вы не бываю, у нас нет вот температуры там выше 35 градусов. But you are going to probably in this area. Но, возможно, вот в этом диапазоне между 10 и 30, скажем. So we know is that as there is a sweet spot of energy intake that is going to be between 22 and 25 degrees. Есть такое сладкое потребление энергии между 22 и 25 градусов, то есть в это время курице надо ее меньше всего. When you go lower, we are going to increase the maintenance needs of the bird. Чем прохладнее, тем больше надо птице энергии на то, чтобы для поддержания тела. But also when we go higher, also we are going to increase the maintenance needs because she has to get rid of the heat. Но тоже, если температура будет выше 35 градусов, тоже надо энергии для того, чтобы охлаждаться, чтобы избавиться от тепла. In both cases, the maintenance needs always is going to get energy from the production energy. И вот эти потребности для низкой температуры, для того, чтобы компенсировать низкую температуру или компенсировать высокую температуру, они берутся с той энергии, которая могла бы пойти на производство яйца. So here what it can happen is that when we go to a colder temperature or hotter temperatures, we are going to keep having eggs, but we are going to have lower egg size because some of the energy is used for maintenance. Heavy eggs or No. When we have lower temperature or higher temperature, bird will keep producing the egg. But smaller, because resources are used for. Ага. То есть, как это сказывается на птице, что если температура не оптимальная, то есть слишком холодно или слишком жарко, яйцо уменьшается. То есть часть энергии, которая пошла бы на размер яйца, уходит на вот компенсацию вот этих температурных проблем. So we have talked about the energy, but how does it look like? So this is the whole, let's just the cycle, and as you can see, is that the energy needs don't change much through the whole life because 65% of the energy goes for maintenance. То есть вот как в течение жизни идет распределяется энергия. То есть 64% идет на жизнь и примерно 34% на яйцемассу. What happens with the amino acids / protein? И что теперь мы видим по аминокислотам, то есть о белке, о протеине. So you see here changes. The maintenance needs is very little, and most of the amino acids are going for egg mass production. И здесь мы видим обратную картину. На жизнь надо не так много белка. Видите, синяя линия намного меньше, и очень много белка надо на продуктивность. So we can control the egg size and the egg production with the amino acids that we are putting in the diet. То есть мы, соответственно, вывод, количеством белка мы можем контролировать тоже размер яйца. So, what happens now in the modern layer that David has been working? Here we have in blue energy. So we have week 31, week 41, 51, 61, 71. And the next one is the daily needs of energy. Okay, so we start here. То есть вот что происходит у нас с потребностью в день энергии. Вот видите, синяя линия, энергия в килокалориях. На 31 неделе, на 41, на 51, 61 и так дальше. Потребность энергии вот по неделям. So everything is very stable. Why? Because the body weight of the hen
is very stable and is the main driver of the energy. То есть видим, что энергия вот между 31 и там какой и 71 недели потребляется одинаково. Почему? Потому что масса тела остается примерно той же самой. Не меняется масса тела, не меняется потребление энергии. But what happens with amino acids? Look at the 31 weeks. 31 weeks you are going to have 96-97% of production. То есть, а посмотрите, что происходит с аминокислотами. Если в 31 неделю мы имеем 96-97% продуктивности. And here we are talking about the amino acids. In this case, we are taking lysine. We could make methionine is the same, but we take one amino acid. Lysine. Здесь для примера приведен потребность миллиграмм перевариваемого лизина. Здесь перевариваемый лизин. But look at week 53. The needs of lysine are higher than a peak of the production. То есть смотрите, что потребность в лизине на 53-й неделе выше, чем на 31-й. Там 804 было, там 835. Why is happening that? Почему это случилось? Because at 53 weeks my flock still at 92-93% of production. Mm-hmm. But the excise is a little bit higher than at 31 weeks. То есть, почему это случилось? Потому что стадо дает всю ту же продуктивность, 93-94%, но масса яйца выросла, за счет чего и потребность в лизине увеличилась. So the egg mass that is produced at 50 weeks is higher than the mass at the peak of the production. То есть, яйцемасса, которая произведена в 50 недель, она больше, чем масса, которая произведена на пике продуктивности по количеству яйца. So, what we have done in the past and what we have been done is that we have a layer one feed that if she wants to get 804, she needs to eat 107 grams per day. In the past, what? This is layer one, okay? This is with the layer one. If the layer one has 0.75 of lysine, she needs to eat 107 grams. To achieve 804. То есть вот тут как бы давайте посмотрим две курицы. Одна курица, которая перелизин в корме. Процент переваривания лизина в корме 0,75. Потребность корма получается 107 грамм на голову и миллиграмм на голову в день 804. But 804 it's a milligram per day. These are the needs. Okay? Here at 31 weeks. She needs 804. It's a milligram. Milligrams. Да. And the milligram bird and day. The feed has 0.75. И процент в комбикорме 0,75. Okay. So, what do you do and what I do, I used to make in the production side? At 45 weeks, 50 weeks, I change to a cheaper feed, layer 2. Mm-hmm. То есть, и что иногда бывает? Между 45 и 50 недель люди меняют фазу кормления и комбикорм делают более дешевым. Because in the past we know that in the past at 50 weeks the production was going down. Почему? Потому что в прошлом мы знали, что в 50 недель продуктивность снижается, и мы переходили на более дешевый комбикорм в это время. So why it was cheaper? Because it was less amino acids, less protein. Но почему комбикорм был дешевле? Потому что он содержал меньше аминокислот, меньше белка. So let's say this layer 2. But now the birds, they have very big needs because egg mass is high at that moment. Но сейчас птице надо больше, потому что яйцемасса в это время более высокая. So we are asking the birds suddenly to make a big jump of feed intake. То есть мы снизили процент лизина в комбикорме, но вы увидели, что как выросло потребление комбикорма. But what happens if she cannot make this jump of feed intake? То есть, ну что случится, если птица не сможет увеличить потребление со 107 на 116 в данном случае было? She will sacrifice body weight, she will lose feathers, and she will die. То есть, она вынуждена будет пожертвовать массой тела, потерей пера, и в конечном итоге сама погибнет. And at the end you will lose production. И в конце концов мы потеряем продуктивность. So, third message of today. I will make questions later. Someone is sleeping and just... The third message of today is going to be is
You have to make the nutrition or the feed changes based on egg mass. То есть следующий, третий вывод за сегодняшнюю лекцию. Меняйте кормление в зависимости от производимой живой яйцемассы яйца. Not only how many eggs you are collecting, also you need to take into account what is the egg size. Не только количество яйца, ага, у нас количество яйца снизилось, можно рассовончик дешевле дать. Мы считаем здесь не количество яйца, а яйцемассы. Только когда яйцемасса уже стала снижаться, тогда можем сделать меньше. So in our new guideline we are collecting this, we are giving information of nutrition based on egg mass, and then you have the daily needs, and then you will adjust the daily needs to your feed intake. И в новом руководстве, которое вот уже выпущено, значит, эти изменения внесены, и потребление вот в аминокислотах перевариваемых зависит уже не от продуктивности, а от получаемой яйцемассы. Let's talk about a little bit of amino acids, just quick one. Important to talk about the methionine and cysteine amino acid. И еще немножко об аминокислотах. Важно поговорить о метионин плюс цистин. And it is one of the reasons is what we call the oxidative stress. И вот почему следует о них говорить. Мы поговорим о так называемом оксидационном окислительном стрессе. Are you familiar with oxidative stress? То есть слышишь о таком, что есть вот продукты окисления, свободные радикалы, да, в организме, которые вот закисляют наш организм и приводят к его старению, в конце концов, и гибели. Okay, I think he answered the question. Да. So, the free radicals are going to be mainly produced when we have a bird that is high production. So it means now we have a bird that is producing a lot. Now we know that there's going to be factors like diseases, ammonia, and things like that. That they are going to have a factor of stimulating this oxidative stress. То есть какие факторы стимулируют этот окислительный стресс? То есть когда у нас образуется все больше свободных радикалов? Это на пике продуктивности, когда заболевания есть, когда перегрев или переохлаждение, аммиак, ну и когда не хватает, ну, несбалансированный рацион. Oops, sorry. So if we want to look after the birds, the oxidative stress and the levels of methionine and cysteine is something that they are quite related. I invite you to take a look on that. То есть и есть связь между тем, насколько вот этот окислительный стресс, насколько он выражен, и потреблением этого метионина, цистина. From the point of view of the calcium and phosphorus, I think what is the next message is 4 or 5? 4. 4. So the number 4 is going to be the phosphorus. Once we achieve the peak of the production, should be reduced, and the calcium a little bit increase. То есть и вывод четвертый касается кальция и фосфора. Как только мы достигли пика продуктивности, мы фосфор несколько снижаем. Как только мы достигли пика продуктивности, мы кальций по-прежнему немного, но повышаем. Too much phosphorus is going to affect the absorption of calcium as the bird gets older. So it's important to keep reducing the levels of phosphorus. То есть слишком много фосфора тормозит всасывание кальция, и это актуально для старшей птицы. So let's go to the feed intake, and now we go a little bit faster. Так, сейчас пойдем быстрее уже, потребление корма. The first decision of the feed intake is a business decision. Is someone that is some you are the one who have to decide what is the target feed intake of the bird. То есть потребление корма. Прежде всего, это решение принимает руководство, принимает, да, специалисты компании, они решают, какое у нас целевое должно быть потребление корма, сколько мы позволим птице кушать. The second part is that once you realize, or when you have a number, I want this bird to eat 110 grams, we have to realize if that bird can eat that. И второе, если мы приняли какое-то решение, нам надо понимать, что приучим, сможет ли птица столько скушать, сколько мы поставили целью. We need to have feed intake capacity. То есть нам надо тренировать птицу потреблять большие объемы кормов. But also we need to have the conditions of the environment to allow them to eat. If it's too hot or if it's too cold, she is going to behave in a different way. То есть, например, нам еще надо создать условия, чтобы птица хотела кушать. Если, допустим, жарко, это одно, когда холодно, другое. So this decision
has to be aligned of what the bird can do in your farm. То есть наше решение о том, сколько мы отпускаем птицы, должно еще соответствовать тому, создаем ли мы условия для того, чтобы птица это потребила. Because the birds, they can self-regulate the feed intake based on the energy of your feed. Почему? Потому что птица, она регулирует потребление корма в зависимости от энергии, которая содержится в этом корме. So here we have feed more and more concentrated. На первой таблице показан корм, который более концентрированный. So when the birds are at 18 degrees, and this is 18, it means also between 80 and 22. Mm-hmm. So as we concentrate the feed intake goes down. То есть, смотрите, синяя линия, это при 18 градусах Цельсия, ну, средняя 18 градусов, и комбикорм, когда возрастает энергия в корме между 2,860 и 3,450. То есть, с повышением энергетической насыщенности комбикорма снижается потребление корма. So you can see is that the feed intake drops, but the energy intake is the same. So she's able to control how much energy she gets with the feed intake. То есть мы видим, потребление корма падает, но уровень потребления энергии остается примерно на том же уровне. And this is true, except when you start having them in hot weather. И это правда, если только мы не берем горячее время года, когда жарко в птичнике. So fifth message. Is when the bird eats more, or a layer, sorry, when a layer eats more is because she needs it. She will eat as much as to fulfill the needs. То есть, вывод пятый. Если курица ест, несушка ест больше, чем надо, значит, ей эта энергия нужна. Она для чего-то нужна ей. В данном случае она нужна, чтобы компенсировать этот температурный стресс. She doesn't eat because she is happy eating. Она не ест, потому что она любит кушать. She eats because she needs it. Она ест, потому что ей это надо. So if you make a feed where your target feed intake is 115 grams, mm-hmm. and your bird is eating 125, it's because two reasons. Because she needs it, or someone is stealing feed. То есть, допустим, если вы сделали комбикорм, что его расчетное потребление должно быть 115, а она у вас есть 125, это может быть две причины. Или потому что ей надо что-то не так в условиях содержания, или потому что был неправильный расчет, то есть там этого нет. So, you need to know this, and then you have to understand if you are going to make it for 100, 105, 110, or 150, or whatever. То есть надо вот понимать вот это, сколько потребление аминокислот, грамм, миллиграмм на голову в день, и потребление корма. So, as long as this is balanced, you will be able to monitor the performance of the bird. И до тех пор, пока вот эти цифры будут сбалансированы, у вас будет, под контролем будет это потребление, продуктивность птицы. And this is important for the next chapter, the raw materials. И это важно для следующего раздела, это сырье. We know that there is a variability of the raw materials. Raw materials change. Мы знаем, что сырье бывает разного качества и разное количество, разного качества, да. Change because of the supplier, change because of the farming. То есть сырье различное, потому что различные поставщики сегодня там купили, завтра здесь купили. Бывают разные времена года, то есть много что влияет на содержание питательных веществ в том или другом сырье. The wheat of one year, because it rains more or less, is going to be different. So those are variabilities that we cannot control sometimes. Пшеница в дождливый год и в сухой год тоже содержит разное количество питательных веществ. So what happens sometimes is that what we have in the computer or what the specialist has in the computer is not what the bird is getting. То есть и очень часто, что те цифры, которые заложены в компьютере для расчета рациона, не соответствуют тому, что в реальности имеется в сырье. We have a feed with 2750 kilocalories, but the performance is not good. То есть даем комбикорм, посчитали, там 2750 килокалорий, а продуктивности нет. We increase the 50 kilocalories.
and the production improves. Мы подняли до 2800, и продуктивность улучшилась. But what really is happening is that the computers in my computer, my corn, says that it's 3,300 kilocalories. Но в результате почему так получилось? Потому что в компьютер было занесено, что кукуруза имеет 3300. And in the diet is just a 50%. But what the, да, в рационе ее 50%. But what the corn that, that my birds really eating is 3,200. Но так как кукуруза, которая курица досталась, она имеет только 3200. So in real, indeed, this feed is missing 50 kilocalories. То есть на самом деле в том рационе не хватало 50 килокалорий. When I increase 50 kilocalories, suddenly it works. То есть когда добавил 50 килокалорий, это все получилось. So what I want to say is very important to understand what your raw materials are bringing. То есть очень важно понимать, что реально содержится в вашем сырье. Right now, most of us, we are buying the raw materials without knowing the composition. Сейчас большинство из нас покупает сырье, не зная, что в нем реально есть. Just to give you an example. It's like buying a car without opening the door of the car. Это все равно, что покупать машину, не открывая салон. Outside might look very nice, but if you don't open the door, you don't know what is inside of the car. То есть внешне выглядит очень хорошо, но если вы не открывали салон, вы не знаете, что есть в этой машине. You are investing 70% of the cost of your farm, and you don't know what is inside of that 70%. То есть вы 70% тратите на корм, и вы не знаете, что вы в конце концов покупаете. You might tell me it's very expensive to analyze. Yeah, well, it's more expensive not knowing what you are buying. Вы скажете, ну слишком дорого определять, что же в нем есть. Ну, простите, еще дороже тратить деньги вот так. But in addition of these kind of challenges, I want to propose you a method, a something you can use in your farm to control the variability of the raw materials. То есть, ну, как альтернатива, как решение вот этого, этой проблемы, он хочет предложить определенный метод, определенный алгоритм решения данной проблемы. So the first thing that you have to do is that if you make a feed for 115 grams, just an example, mm-hmm. you have to deliver 3-5% more. То есть, например, мы посчитали, на голову наша птица должна кушать 115 грамм. Мы поставляем на ферму на 3-5% больше комбикорма, чем из расчетного. And then let's ask the layers how I tell you how good is your feed and your raw materials. И давайте позволим курице сказать, насколько хорош комбикорм и насколько хорошее сырье. So let's see that the production goes okay, the first option, and the feed intake goes smoothly at 115 grams. То есть давайте представим, что потребление корма идет нормально, мы 115 запланировали, 115 у нас есть на самом деле. Great job. No need to worry. Отлично, все соответствует, все правильно. Everyone is doing a good job. То есть у всех все хорошо. But also what can happen is that the production or the feed intake is going to increase and the production remains good, the same. То есть, а если получилось так, что потребление корма выросло, то есть мы что-то стали давать больше, она стала кушать больше, а продуктивность осталась на том же уровне. So the feed intake increases, the production keeps okay. So then what we have to realize is that our calculation of the raw materials, they have some kind of variability. То есть, и тогда мы понимаем, что если потребление корма выросло, продуктивность не изменилась, значит, наши расчетные данные были неверны. But we don't have to worry because we have a cushion. Но не надо беспокоиться, потому что мы же дополнительный корм взяли для того, чтобы компенсировать это. And the birds are able to control. И птица сама компенсировала это. But something also sometimes can happen is that the feed intake increases and suddenly the production is improving. So that means that we were underfeeding. Но иногда, если выросло потребление корма и выросла продуктивность, значит, раньше мы ее не докармливали. This usually happens is when someone is restricting feed, and suddenly one day said, "Oh, we deliver a little bit more," and suddenly the production is improving because you were underfeeding.
То есть такое бывает, если раньше мы не докармливали птицу и получали меньше продуктивности. Тут решили добавить, добавили корм и добавилась продуктивность. And also sometimes happens when we change from a cheap feed to expensive feed. Suddenly, with expensive, everything goes better. И иногда это бывает, когда с более дешевого переходит на более дорогое. You only can make cheap feed if you reduce something. То есть меняем комбикорм только тогда, если что-то у нас снижается. Okay, the next option could be is that instead of eating 115, they are going to eat below 115. То есть, ну давайте представим, что вместо плановых 115 она стала кушать меньше. But the production continues the same. Но производство продолжается так и было. So that means that we were overfeeding. The corn is coming better, or the soya is coming, the wheat is better, coming better. But the birds, they are able to stabilize. То есть, значит, мы перекармливали. It's okay, no problem. Да. But also can be is that the feed intake drops, the production drops. So then we call the vet because we are going to have a disease problem. Ну, и когда потребление снизилось и продуктивность снизилась, то есть тогда мы имеем проблемы со здоровьем. So this is something I want to propose you that is very good to keep good performance in your farm and avoid the issues of the variability of the raw material. То есть это вот такой алгоритм, который позволяет нам как бы компенсировать вот эти колебания, которые есть в сырье. The next one is going to be formulation. I'm just going to go quick about it. And it's going to be one of the important things if we want to keep the layers for longer time in production, we have to have coarse particle in the production and keep reducing as the bird gets older. По приготовлению комбикорма очень кратко, очень быстро. Если мы хотим, чтобы птица у нас жила долго и неслась долго, нам надо иметь в виду увеличение вот крупных частиц кальция. We can use calcium carbonate, we can use some oyster. То есть можно карбонат кальция использовать, можно ракушку использовать. It could be, it's a matter of price and also the qualities that we are buying. И это, конечно, зависит и от стоимости, и от качества сырья. Oyster can be very good, but sometimes it can have problems of salmonella, so be aware of it. Ракушка иногда очень хорошая, но может быть со сальмонеллой. And one of the things that we know also is that we know about that as the bigger it is, the particle size lower, I mean, it's going to have a slow solubility. То есть иногда известно то, что чем крупнее частичка вот эта с кальцием, тем ниже ее растворимость. So you can see here is in this case we have three sources is that as three sources but look at the biggest one has a very fast solubility you see is 100 okay so it's soluble very quick. То есть мы видим вот здесь вот три частицы, они разные по размеру, самая крупная имеет самую хорошую растворимость между 90 и 100%. But this one that it has lower size, the solubility is more preferable, is more ideal. То есть, но это вот меньший размер, но ее растворимость тоже более медленная. So what I want to say with this slide is it's not only about how big is the millimeter, 3.5, 4 millimeters. We need to think about it in the solubility of that calcium. То есть здесь вывод такой, что зависит не только размер частицы. Мы считаем, что чем крупнее, тем дольше будут растворяться. Но иногда бывает такой кальций, что крупнее растворится быстрее, чем мелкая. А нам надо продлить этот период растворения. I don't like this, I like this. И ему не нравятся вот две верхние, которые с хорошей растворимостью, а лучше с более медленной растворимостью. And the last one is going to be the presentation, the structure of the feed. И последнее – это структура корма. And here is the point, is this is something that we have to work in the feed mill that is not going to be easy and it will need resources. То есть, и это то, что надо работать с комбикормовым заводом, это вопрос нелегкий, но нужны ресурсы, но надо его решать, этот вопрос. The birds, the layers, they don't like dust. То есть птица несушка, она не любит пыль. And in our feed, we always going to have dust because we have minerals, vitamins, amino acids that tend to be dusty. А к сожалению, в нашем комбикорме есть частицы, которые представлены пылью. Это витамины, минералы, аминокислоты. Они пыль, они очень мелкие. So we need to work in a way to mask those broccolis
in this structure, so the birds are going to eat also that part that is. То есть нам надо сделать так, чтобы она съела и эти полезные вещества, которые она не любит, потому что они в виде пыли. So in general, we need to understand that feeding the birds is not only about making numbers; it's a process. То есть надо понимать это заключение, что кормление птицы это не только расчет рациона, но это целый процесс. We need to invest. I mean, we need to understand the needs of the bird, so we can give the right feeding. Прежде всего, нам надо понимать потребность птицы в корме. A feeding that needs to take into account the body weight of the birds and the egg mass that they are producing. Нам надо принимать в расчет массу тела птицы и ее продуктивность. We are going to package those needs in a feeding intake. Мы должны перевести эти потребности в количество комбикорма, который птица будет потреблять. And a feed intake that is going to be matched from raw materials and a formulation that needs to be aligned. И этот комбикорм должен быть тоже в такой форме, в которой птица его съест. And the feed meal is not only about mixing. It's also how we present that raw materials, that diet to the bird, so she is all going to eat it more happily. И комбикормовый завод не должен стоять в стороне от этих процессов, просто смешивать, а тоже должен принимать участие, чтобы представить корм в таком виде, в котором птица сможет получить питательные вещества от него. So thank you for your attention. This is my last slide, so let's go to eat some broccoli. То спасибо за внимание. Это последний слайд, и пошли кушать брокколи.